Прекратите драться тут у меня. Хватит драться тут. Ой. А, он ушел уже, все, ладно. Здравствуйте. А чё тут спинозавр? А мне спуститься надо вниз. Ничего себе ты придумал. Эй! 603. Ладно, неплохо. Куда полетело чудовище? Ладно. Говоришь, нападать, да, умеет? Да. Все тут могут плавать. Кроме птиц.
Ой, я вспомнил, что я хотел. Не, нет, в воде их не достану. В общем, все, они кончились. Заново поищи. Блин, он что, еще на льдину встать не может? На льдину вставать нельзя. У тебя скидывает постоянно. Ладно, пошли тебе превращать кого. Ладно, выбирай, короче. Быть одиноким волком. Быть кисой, которая может по стенам карабкаться. Либо обычную кису. Подожди. Тут только портал был, где он, блин. Чё? Я портал потерял. Какой портал? Дом, да. У нас не так их много. Ну не портал, а это... синенькую фигню, которая в небо стреляет. Дроп! Аэродроп! Да. Только я его найти теперь не могу. А зачем тебе он? Не знаю, кто посмотрит, что там в нем. Синих все плохо. Надо найти желтые, они там самые лучшие там. Да, желтые рядом. Чтобы их есть. Надо открыть, их нужен сотый уровень. У меня какой? 91. Не, сейчас это. Короче. Это легко исправимо. Какой у тебя уровень? А, он еще не упал. Так, а посмотрим, где они тут. Нету, они все в воде. Тогда не по дистанции посмотри. По левелу посмотри, где они еще будут, ну, спавниться. Туда прилети и уже оттуда на дистанцию. А если на карте только в том месте? Все плохо. Все плохо. А, так не так все плохо. Почему? Они именно все в воде, да? Да. Сейчас. Этого. Бэйбидон или как? Называется. Да, Бэбидон. А, во, есть там. Вон на острове. На остров? Вон остров. Тогда бери. Не саблиз... Ой, не этого. Как? А, не спинозавра, а коте. А он может по стенам лазить. А я подожду аэродроп. Так. Давай, чё у тебя тут? Да, блин. Так, хорошо. Ладно. GPS, спасибо. А, так это их остров по-любому. Правый их остров еще. Блин, как тут ярко. Не там устрою. А Серый, это... Подойди к стене. И прыгни. Урана от падения нет у меня. Так. Не на все стены можно. А, нет, на все, ладно. Вообще абсолютно на все. Вертикально, не вертикально. А сколько надо вообще? Сколько надо? Много. Я более-менее точное число.
Больше тысячи. Больше тысячи — это прям 100%. Но большую часть я потом буду делать с помощью... Ну, сам этот полимер делать. Там просто очень нужно много обсидиана, чтобы его делать. Так а не проще обсидиан найти тогда? В принципе, но не так это легко. Ну блин, их тоже искать нелегко, если они вообще будут. Не, короче, есть такой вариант взять, приручить двух кайраку и просто, чтобы они постоянно плодились, и потом их всех забивать. А потом может сервер лечь. Он может, да. Вообще без... Там 100% он ляжет. Хотя, ну типа будет у вас лагать, и у меня тоже. Ладно, сервер, можешь возвращаться. Тут вон чуть-чуть осталось их добить. А мне нужен органический полимер немного. Че, у тебя не хватает, что ли? Да. 296. Не, мне нужно 50. Так, ну подожди. Ну я ходил 3 ходки. 2000 на один дробовик. Надо их 3. Ну так, 2-4 тысячи органического полимера — это минимум. Плюс еще расходники. Ну где-то 1005. Я нашел это... мишку. Не такого, да, мини-мишку. Молодец. 10 тысяч обсидиана. Ну, блин. С каждой жилы по 100. 100 жил. Ну блин, это звучит лучше, чем я сейчас сколько собрал. Там 300. Да, и тут 600. Вот 1000. Во, дробовик. А, короче, в танке есть бензопила, иди пили кого-нибудь. Это прям пипец как весело. Это инкубатор. Нет, ничего. А что тут кошка делает? А, так я брал у неё органический полимер. А зачем ее ты сюда привело? Я просто пошел. А, кстати. А увеличивается? А, больше нету органического полимера. Видишь бензопилу? Угу. Вот бери бензопилу и немного бензина. На shift. А где немного бензина? Нефть именно? Нет, именно бензин. Ну канистра. А. Где моя жертва? Вон, видишь, вот там, вот хвост большой. Нет. Не надо динозавров куда-нибудь убрать. Не-не-не, вправо уйди. Надо вот за гору, видишь? Давай, иди. Прикольно, да? Он так любого побьет? Да. Проверим. Сейчас, сколько у него? 2,5. Че ты? Не хочешь больше? Чего ты ржаешь?
За быстро мясо скоро добывается. Не, я, можно взять и улучшить, но на это полимер нужен. Да это капец, сколько надо пилить тогда? Блин, ну подожди. По идее есть огнемет. И чё, жареное мясо будем потом делать? Вот, огнемет на 65 уровне. Сера нужно. Тут серы нету. Ну, все, значит, без огнемета. Я много-много мяса нашел. Это мало. Сколько влезло? А, блин, а забрали? Так. А, мы... Чё это где? Всё, ложи бензопилу, она тяжёлая. Не сказал бы, что она тяжёлая, я так же бегаю. 20 килограмм целый. Так. Что? А, всё. Пошли за тебе за такой кисой. Пошли, я бы... Ладно, я полечу. Да нам лететь далеко вообще-то. В принципе. Так. А кто ты у нас? Солнышко. Блин, не-не-не, я не знаю, кто именно это. Ой, так, саблезуб? Нет, не саблезуб. А, сумчатый лев, да? Да, сумчатый. Сумчатый лев. Так, по левелу. 76-й, нету. Ой, так, как там строить? Чем чай 76 не устраивает? Ну он маленький. Ну блин, других не, нет. Не, да, он потом будет, конечно, да, хороший. О, слабенький. Значит потом будем. Что? Себе его сит. Ага, сейчас. Ну что ты там еще делаешь? Да, короче, о, помнишь ту гору, которую мы искали? Её сложно забыть. Вот. Нам туда, а не там спавнится только. Так, чобики, я прокачаю твою выносливость. Сейчас мы прилетим туда, они отреспавнятся новые. Если не получится снова, то просто будем всех убивать. Хороший выход. Да. А, я тебе хочу сообщить очень интересную новость. Они на деревьях. И они скидывают с Аргентависа. Но они на тебя прыгают, тебя захватывают и все. И ты ничего сделать не можешь. Сейчас тут на полетать. Блин.